Жалуются на жизнь, ну, все равно ничего не получится. Можно сидеть, жаловаться на нее всю жизнь. Мои падения, это наоборот меня укрепило и, ну, сказать, помудрил. Я буду первым, чувствую запах этой победы. Не кричали, нет. Моего мужа нужно изменить, я вам заплачу. Я в детстве, вот у меня никаких вопросов не было, у меня была цель. Мне без разницы было, где тренироваться, как тренироваться, в чем тренироваться. Вот на сегодняшний день я себе могу, да, позволить.